Всем привет, привет, и тут солнечная Таля на проводе. Сегодня отличная погода, хотя я не мешайте мне, пацаны, хотя я не люблю солнце. Вчера была классная погода, пасмурная, с дождиком, отлично, спалось прям вообще. Взяла себе за привычку, не трогай, дизель, не трогай. Взяла себе за привычку в последнее время подниматься в 7 часов, даже в выходные дни. Дизель, отстань, иди отсюда, иди. Кошак спит, зачем его трогать? Вот, вчера звонок в дверь. Карлос такой, кто это с самого утра? Я говорю, дверь не открываем, мы никого не ждем, все отдыхают. Пошел все-таки, несколько раз был звонок, пошел, открыл дверь, почта пришла, мне пришла посылка. Мне многие, кстати, пишут в комментариях, раньше нам присылали посылки, мне многие просят оставить адрес, прислать посылку. Я много раз уже говорила, девчонки, огромное спасибо, но не нужно нам присылать посылки. Кристинка давно уже писала, это очень давно, наверное... Ну, если мне память не отказывает, еще, наверное, месяц, август. Она говорит, Марин, я вам хочу выслать работы своей, именно ручной работы. У нее есть Инстаграм, я оставлю Инстаграм под видео, где все ее работы. Она отсылает по всей Италии, она пришла в такой вот коробочке. Ну, там был пакет и была коробочка. Так было приятно разворачивать, настолько вообще, я коробки вообще полюбляю. Здесь было вот такое вот письмо. Все в фиолетовом цвете, как нравится Марине Владимировне. Вот, но я Инстаграм ее и так покажу, и потом я оставлю под видео Инстаграм. Я вчера заходила, смотрела, там есть и шапочки, кстати, наша шапочка, которая нам пришла, сейчас я покажу изделия там и другие. Мне очень понравилось, как она делает короны. Вот, и она делает все сама из камней, из натуральных камней. Есть вещи, потому что я так посмотрела, почитала. Вот, и мне очень понравились короны, конечно, просто шикарнейшие. Вот в таком вот пакетике была открыточка. Я сначала не поняла, что это, но это тоже сделано все вручную. Видите, здесь вот камушек, висит бубончик фиолетовый. Вот здесь тоже камушек, она вот так вот открывается. Сейчас, как она, легким движением, легким. И здесь было письмо мне. Было письмо, огромное, во-первых, спасибо вам за ваши пожелания и комплименты, огромное спасибо. Написала, что сделала браслетики она для Саши, для Софии из натуральных камней, что все изделия она изготовляет сама вручную. Вот, и если будет кому-то интересно, там есть в Инстаграме Crystal Bee Jobs, если я правильно почитала. Заходите, там много необычной красоты. Но там действительно очень красиво. Я вчера заходила. Она отправляет, я говорила, по всей Италии свои работы. Первое, что поразило, это, конечно же, шапка. Ее вчера сразу померила сначала Саша. Ей она вообще безумно идет, Сашке. Но мне тоже шапка понравилась. Сейчас я ее правильно одену. Ты же потом волосы, пока укладешь, уложишь, сделаешь укладку. Смотрите, какая шапка красивая. Она здесь все переливается вообще просто. Шапка просто обалдежная. С удовольствием я буду носить, и Саша будет носить. Огромное спасибо вообще. Просто вот нет слов. Там в Инстаграме, когда она показывает всю вот эту вот красоту, там так красиво все отсвечивает видео. Очень красиво, я так поняла, это была именно наша вот шапочка, которая делана нам. Здесь смотрите, как все сделано, здесь очень тонко все, очень красиво. Я уверена, что Анжела заинтересуется, Анжела очень любит такие вот изделия вручную. Сейчас, девочки, поправлю волосики. Смотрите, здесь еще бусинки прошиты, ну я не знаю, но это просто красиво. Это не передать никак вообще, это просто, понимаете, это все, это просто звезда в пизе, понимаете. Звезда вспотела от таких подарков красивых. Просто классно вообще. Огромное спасибо. Маруся, не мешай мне. И потом были эти самые браслетики. Вот так вот они были в этих самых. Браслетики тоже очень классные. Меня вчера малые просили. Я говорю, нет, подождите, не трогайте. Дайте я покажу людям, пусть заценят такую красоту. Вообще молодцы. Вообще, девчонки наши рукодельницы. Смотрите, как красиво. Написала, что это натуральный камень. Здесь вот какие-то вот там крылышко, я смотрю, приклеено. Здесь какой-то ключик, да, какие-то элементы есть. Черепашка. На резиночке одевается. Такой браслетик красивый. Классно вообще. Ты красопета просто, я тебе говорю. Наши руки, они доступны. Молодец, умничка. Вообще молодцы девчонки, рукодельницы, которые... Вот это тоже кропотливая работа. Это надо сесть, придумать, хотел сказать, интерьер. Придумать дизайн, вложить сюда в душу. Здесь тоже, смотрите. Ой, здесь котяра сидит прямо. Ну все, это прямо мне. Котик сидит. Потом это бабочка, наверное, плохо вижу. Я без очков не вижу. Тоже ключик. Еще один такой вот браслетик. Натуральный камень. Красиво фиолетово. Ну как я могу вот так вот взять и фиолетовый цвет кому-то отдать?
Это ж невозможно, но смотрится потрясающе. Я сегодня, кстати, в одном из них пойду. Пока позволяет, пока нет верхней одежды такой грузкой, можно поносить, потому что тоже погода начинает портиться. Очень красиво, очень. Спасибо тебе огромное. Я оставлю на тебя Инстаграм. Давно она мне уже писала, Кристинка, давно. Я, кстати, я говорю давненечко. Потому что многие пишут, дайте нам возможность писать посылку. Девчонки, честно говорю, не это самое. Не надо ничего. Огромное спасибо, всего хватает. Ну, конечно, когда-то вот такая вот ручная работа, ну, приятно вообще просто, как здесь все прописано. Здесь прям, ну, не знаю, ну, даже на самой открытке какой-то штампик стоит, видите, вот тут. Не знаю, очень понравилось. Сама идея оформления, какая именно вот открытка, ну, приятно, я вам говорю, приятно. Уж я еще такой, знаете, Ванькин-Станькин, мне вообще хочется все сразу поставить на видное место, как вот это раньше у меня было. Это самое, как на базаре, в меркату, говорят, на итальянском. Все обставлено. Все, мы собираемся на улицу, пока остались, наверное, последние дни, деньки. Наверное, скоро тоже начнутся дожди у нас. Ой, какая шапка, это вообще просто с чем-то. Хоть сейчас бери, иди. Девочки, напишите в комментарии, вы же у нас активные на канале. Напишите, девочка потом будет читать, как будет приятно, когда будут хорошие отзывы, потому что оно действительно сделано с любовью, с красотой, вложена душа. Посмотрите, как все это богато смотрится. Ну, неужели не красиво, а? Какая красотища. Ладненько, все. Мы одеваемся. Опс, переключаемся. Карло. Сашуля. Там сзади София с Максом. Приезжал Макс, забрал Софью. Вот, сейчас мы едем в какой-то город на какой-то праздник. Как он себя мало считал? Сальватели, paesino. Сальватели, маленькая. Vicino Terricciola. Terricciola è il paese del vino. Около Terricciola, Terricciola это город вина. В общем, мы едем туда. Chianti, Chianti, dove fanno il Chianti. Где делают вино Chianti красное. Я его терпеть не могу. В общем, неважно, мы сейчас едем туда, посмотрите, если там будет праздник. Amici, sono da poco tornato dalla Germania. Bella la mia Italia, come si mangia bene, si beve bene il vino qua. Perché lì mangiare fa schifo, non si trova da mangiare. Еда в Германии, говорит, я, говорит, еще раз приехал и вернулся, говорит, и понял, говорит, и понял, говорит, что, конечно, как едят в Италии, так нигде не едят. Я вчера смотрела программу, есть такая программа, по субботам она, по-моему, идет, или по выходным, где вообще рассказывают о регионах, вот в Италии, там, как делают сыр, как делают моцареллу, там, или там мартаделлу, там, вообще, показывают их вот эти вот базары с овощами. Ну, рекомендовать квеста, трансмиссионок, я говорю, Таере. Вообще, так красиво, мне аж захотелось пойти и купить всю вот эту вот вердуру, а де Таере, валюта проприор сармедалета, андаре компратута, коля вердура, знаешь, все вот эти овощи, так красиво, вот эти банки все оформлены, вообще просто красота. И так захотелось в какое-то маленькое местечко поехать. Мы поехали, сейчас собрались. Погода странная, то это солнце, как оно мне уже надоело. Господи, как я уже хочу, чтобы неделю дождей, ураганов и гроз было. Уже прям достала эта солнечная Италия, вообще просто. Уже тут вот сидит. Все, я хочу стрёмную Италию, серую, дождливую, с грязью желательно. Потому что здесь грязь, надо еще поискать, асфальт чистый. Ну, в общем, едем мы сейчас. Опс, переключаемся. Мы, кстати, с Карлосом ездили там на неделе, когда ездили в один из ресторанов. Карло показывал там дом, который он подсмотрел. Но дом этот очень далеко. Дичева, когда себе мандате альтревольта ресторанте, мне фатали дыры на каза, а мольто он лантания, монтания, перо era bella carina, grande, con giardino, с большим садом. Ну да, там земля, не жардина там, ну я не имею в виду, там, что там это, ну земля, да, там, жардина, на нашем сад это. Ну там без фруктов, да, вчера дичину чесонали альберы ди... Оливо. А, это были эти оливковые деревья. Очень красивое место, но оно очень далеко. То есть там вообще, ну, Лантано, ты же виви да соло, наверное, Монтане. Там Лонтане, сам в горах живешь. Монтеманьо, сопра Кальчи. Да, там сверху Кальчи. В общем, ну, далеко очень, конечно, без машины там никак. Спрашивали, когда там уже дома, что, ну, мы же ждем, если в ноябре все получится у него, то да. Главное, чтобы все получилось. Я говорю, Карло, первым делом сразу куриц покупаем. Prima cosa che compriamo galline e papera. Se vuoi che io voglio vivere con te? Non viene a vivere con me. Come no? Ha detto ieri, piangevi, che diceva... Io non ci voglio galline. Come non ci vuoi galline? Voglio i miei cani belli che giocano ovunque, corrono. Io ho detto, vuoi vivere con me? Galline, cupi. Ma ho detto, io già non voglio vivere con me. Io per loro la piglio casa.
Копили. Для собак ищет, чтобы было с большим промежутком. Баба Ян, ты кролечин добро, почи пенситу, я ничего. Конечно, Карл, конечно. Бра. Ну хорошо, ради тебя. Лорту, помодоры, пататы, да. Цукин, не, пататы, но... Ну, а пататы, ну, волю лаварары, а чешгар пататы, не ватер. Нет, пататы, говорит, посадим картошку, говорит это. Не, посадим прицемало, петрушечку посадим. Короты. Короты, ми водоком, право на Европалу. Цукини. Он говорит, я говорю, так я пойду куплю морковку посадим. Я говорю, так морковку я пойду и куплю за рубль. А зачем тогда земля нужна? Ну так что теперь я там буду работать, что ли, на той земле. Ду и три галини перепрендрили. Прицемало. Прицемало, по-моему. Говорит, что ты там петрушку только посадишь. Такой пучок, говорит, за 50 копеек можно купить. Нет. Ну ладно, это мы уже фантазируем. Хочется, конечно, чтобы все получилось. Буду смотреть по местности, потому что если это так далеко, как в этот раз, конечно, туда... Ну как, на субботу-воскресенье будем ездить, а что делать? Я не поеду в какую-то там глушь. А потом придут, где Канукен Костиказы, Кистану Козелантану, Венгана Семпре Ладри. Семпре! Вот эти вот, которые... вот. Да в Италии телевизоры Аченди Гварди. Sì, вот эти вот... Ладри, ма ладри ванно, dove sanno che c'è soldi. Ну вот, позже пенсано, кино, че обема соль. Я говорю, вот в эти вот такие вот домах, вот в таких вот, постоянно лазят воры. Я решил воры, а вот воры лазят там, где думают, что деньги. Я говорю, ну подумай, что у нас деньги. У нас еще нет, нифиг нам лазить, все. Мы вообще бедные, не шо. Не, ну мы счастливые, но бедные. Кстати, сегодня Карла сказал очень... Не, вчера мы разговаривали, я говорю, Карла, ну что ты не откроешь, этот самый, говорю, ресторан, говорю, ну так вкусно готовишь. Он говорит, Марин, говорит, я хочу жить, а там надо жить в том ресторане, говорит. Я, говорит, так зато, говорит, у меня денег мало, говорит, но я счастлив, понимаешь. Говорит. А есть люди, у которых с ночи до вечера работают в тех же пиццериях, его друзья, говорит, деньги есть, они их не тратят, и куда их солить? Завтра, говорит, с тобой что-то случится, а и пожить не успел. Ну, об этом, знаете, можно разглагольствовать. Девочки спрашивали, из чего Карло делал вот эти рулетики. Он просто в мяско заворачивал сыр или першуты, там, и фантазия у каждого своя. Потом он их заворачивал. Не, ну вот в сухариках, потом начинял их, заворачивал на зубочистку, на сковородке. Вкусно, очень вкусно получается. Погода меняется, там солик, виджано. Вот такие вот дела. Ну, Галины волю, не хочу курочек, чтобы курочки несли яички. Да, Карл? Да. Ламатина сельсата, перфорокалационный вайли, чергельбу. А? Коном поди прицемала, коном поди помидора, ну? А? Какие дичи. Да? Совсем согласен. Я говорю, что так утром встал, у меня завтрак пошел, яичек насобирал, петрушечки порезал туда с помидорчиком, яичницу. Сел, покушал. Блин, машин столько, чувствуется уже запах, все прям пахнет уже прям мясом. И машин прям вообще, людей столько. Это я по интернету нашла, это я сегодня сидела и такая думаю, куда бы поехать. Забила в интернете, типа Тоскана, Пиза, типа какие есть вот эти вот, как они называются, господи, феры. И нашла. Там еще одна в Гарпаняна была, там был праздник каштанов. Но я каштаны не люблю, поэтому здесь как-то еще с домом рядом мы сюда приехали. Будет это, начался оно с первого числа, типа первое, потом второго будет, там типа суббота, седьмое, восьмое, это, ну, наверное, на следующей неделе это будет тоже суббота, воскресенье, потому что мы только что ехали, там вывеска была. Я без заколки, Саша без резинки, все растеряли. И будем дарить пью лаванти, до вечера сеньора. Да, какие хвили до фастига. О, как пахнет. Здесь будет, а сегодня это будет типа праздник зайца, ну как это можно объяснить? Ну что типа будет, должно по идее быть заячье мясо. Не знаю, если будут делать еще другое, сейчас покажу. Как там красиво. Боже, ну если кто-то живет в деревне, ну заберите меня в деревню хотя бы на полгода. Я вам буду это самое, у курей убирать в сарае. Ну дрова рубить нет, я их не умею рубить, сил не хватит. Потом, ну я что могу делать? Я могу вам убирать каждый день, вот листья сгребать. Заберите меня только в деревню, там где щи варят. У меня бабушка щи варила, щавеля. Ой, прекрасно, вкусно вообще, к бабушке хочу. Вот, потом редисочку буду вам полоть. Ну, курочки это вот на себя беру все хозяйство. Курочки, гуси, там дадите мне этот. Я сегодня Карла все рассказывала. Хочу этот веточку отломать. И так идешь веточкой гусю по
по одному месту, по его подушкам безопасности. И он такой га-га-га-га-га-га, и такой убегает от меня. О, красота. Потом я могу носить дрова, которые вы уже сами порубите, я могу носить дрова к печке и сама их в печку буду бросать. Мне очень нравится камин, и когда надо бросать дрова. Мы когда у бабушки жили, ну я жила у бабушки, детство провела у бабушки. Когда Чернобыль был, меня родители отправляли с моей младшей сестрой, тоже я жила у бабушки некоторое время. В школу там ходила. Город Ростов, Ярославская область. И это самое. И у нас была печка, у нас была лежанка, пирожки с капустой. Обожаю пирожки с яичком, с луком. Ой, вообще вкусно. Блины вообще бью, блин, я молчу. И самая вкусная жареная картошка, это у бабушки. Я вообще одна из тем для меня тяжелых, на которых я до сих пор не могу говорить. И только утром с ней вспоминала, как я утром вставала, ага, занял. А презервый пост? Ну, вабена, дела он всякую димаки на лашену лик, какая трагедия. И я помню, я у бабушки просыпалась с самого утра. Бабушка ходила на работу, и я убирала, мыла полы. Вытряхивала или вытрухивала, как кому нравится. Коврики. Сколько Феррари стоит. Кстати, орехи продают, масло, чесночок. 6 евро, 5 евро чеснок. Лучок, помидорчики. Ой, обожаю, обожаю такие праздники. Куда Карлос пошел? Сейчас потеряемся. Ого. Прям Феррари, Феррари. Хозяин Феррари какой. Рыжий, счастливый. В общем, это... Можно, тут будет до самого вечера. Вечером будет еще и музыка, но мы решили поехать в обед, потому что нам еще уроки надо доучивать, и школа завтра, поэтому лучше в обед. Ну, надо сейчас Саше резинки купить, а куда они ушли? Нам часону? Надо Саше купить резинку, нет резинок. Браслеты вручную сделаны. Господи, какая жара. На это не тянется. В общем, раздают вот такое вот меню уже с ценами. Вот, и вы потом пишете здесь, сколько чего вы хотите, номера ставите. И потом нам на кассе отдаем. Людей очень много. Да, меню, конечно, красивое. Но мы взяли зайца, мы хотим попробовать зайца. Мы любим их из коза. Лепре. То есть ченгели, наверное, поза? Кабана нет. Мы только мысленно по зайцу поспали. Да. Саше пришлось брать вот такую резинку. Ну, повернись как сзади, я тебе дульку завязала. Это нормально. Да. Ну, давай, теперь мы. Сначала на компьютер забивает, а потом здесь бумажечка вылазит. Дети, которые здесь работают, все работают волонтерами. Аспета Миджиру Дальтропат. Большие два зала, столы. Там тоже еще один зал. И все детки работают гратис. Ну, вообще все здесь работают. А. Даешь бумажку, и сейчас они поэтому уже все раскладывают.
Молодцы, ребята, с детства приучают работать. Все, мы уже сели на наше место. Очень много пожилых людей. Очень приятно. Карла говорит, ты так здесь снимаешь, еще подумаешь, что здесь еще хуже, чем в СССР было. Но все равно приятно смотреть, что есть компания вот это вот пожилых людей, которые вместе пришли. С семьями, самое главное, друзьями, очень классно. Там, во втором зале, Карло, там второй зал вообще, там полностью людей много. Ну нормально, здесь не очень жарко. Саша говорит, дети такие, говорит, организованные, говорит, с ручками, с листочками, каждый знает, что записывать. Молодцы, конечно, ребята. Молодцы. Есть разного, типа такие вот, ну вот выходные в разных городах делают по-разному. Видите, здесь оно больше дали упор на зайцы, хотя и здесь подают мясо кабана. Мальчик выкладывает. Грация. Вот, можно порисовать. Наше меню. Мы больше как-то на зайца, хотя, то есть, и это тоже вот сама вот эта вот сфера, праздник или как-то, она тоже рассчитана больше, я смотрю, многие берут зайца, чем кабана. Подают сыр. Сейчас будем кушать. А, я говорила, что в разных городах, в разных местах, где-то есть, делают праздник сыра, там все сырные блюда, где-то праздник вот этих вот тартуфу, как они называются, труфеля, тоже делают разные блюда с труфелей, где-то там еще что-то, то есть везде все по-разному. В этот раз я сегодня нашла именно это в интернете, то, что было здесь рядом. Ого! Танту, Танту. Дети такие молодцы, бумажки раскладывают, что куда записать, где фирму, ну, где расписаться. Вообще просто красавцы. Маленькие такие вообще там есть. Умнички, да, бомбили? Красоты это просто. Не сидят в интернете, а занимаются делом. Давай, Саша, бон аппетито. Давай, пармаджино. Наконец-то, да? Первое блюдо нам принесли уже. Красивенько. На второе у нас ребрышки. Это мясо кабана в оливках. В таком соусе. Картошка фри. Картошка фри у нас трогается, Саша. Оп, мне еще принесли поленту маленькую. Мясо просто бесподобное. Во рту просто тает мясо. Мясо вообще. Просто полнейший пилотаж, насколько вкусно. Я не знаю, как Саша еще с Карлосом сейчас лезет туда, блин, с Нутеллой. Кошмар вообще. Ты сигура, Саша? Саша, ты сигура? Ты энтра? Кошмар. Барабаны уже готовят, скоро будет у них музыка. Да, будут танцевать детки. Но мы домой уже, домой. Опс. Все, мы уже домой. Там сейчас, кстати, вынесли барабаны, и гитары, и все, что хочешь. Дети в костюмах. Будет сейчас еще спектакль давать для приезжих, ну, с других городов, и также для жителей этого города. И жители так спокойно вот отдыхают, все вышли, покушали, сели, кто на травке, кто где. Здесь, правда, город маленький, немножко такое место вот неудобное, вот слишком не разгуляешься. Ну, а так классно, все, но я, конечно, наелась все, я не ем больше неделю. Потому что надо так себя не любить, чтобы так вот забить себя вообще едой, вообще кошмар какой-то. Ага, Феррари все разъехались, Карловада, нанчапи Феррари.
l'epoca della guerra.